Да, спасибо, что вы приехали, несмотря на такое вот начало осени. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, мы войдем в ритм, в режим. Но здесь попробуем забыться, да, от московской обыденности, хотя она и прекрасна. Да, потому что мы с вами будем путешествовать, дорогие друзья. Да. А если еще придет, да, наш прекрасный пианист, то у нас действительно будет весь повод тронуться с места, да? Я вам расскажу, какие страны мы будем показывать вам с помощью музыки в первом отделении, чтобы вы знали. Это у нас Шотландия, Австрия, Испания и Африка. Вот такой вот у нас, да. Вот такой вот у нас будет с вами заход. И что это за проект «Импровизация с чемоданом»? О чем-то можно разговаривать с помощью книг, с помощью фильмов, с помощью фотографий. Мы пытаемся говорить с помощью музыки, с помощью импровизации. И надо сказать, что импровизация с чемоданом — это, наверное, признание в любви всему миру, потому что мы все живем в разных местах, в разных землях, но есть то, что нас объединяет. Это любовь, это сострадание, это какие-то такие чувства, которые не имеют ни национальности, ни расстояния, ни возраста. И надеюсь, что мы тоже какой-то вклад в объединение мира в хорошем смысле внесем. Ну, конечно, это может быть только с вашей помощью, если мы путешествовать поедем все вместе. Вот. Сейчас потихонечку позвольте вам представить моих дорогих, драгоценных, бриллиантных друзей, да, которые эту сцену, наверное, как никто прочувствовали, потому что они здесь часто выступают. Начнем нестандартно с контрабасиста. Басист здесь, басист сверкает. Это Игорь Иванушкин, контрабас. Игорь Иванушкин, контрабас. За барабанами любимый Вартан Бабаян. Он будет... Да-да-да. Использует перкуссию. Ну вот, я думаю, что, да, наш прекрасный мистер Икс, да, он когда вернется к роялю, я вам его представлю. Я так понимаю, надо еще немножко поболтать. Да. Ну, могу вам рассказать что-нибудь приятное. Ну, например, мы с этим проектом, да, позвони ему пока. Мы с этим проектом ездили в Австрию, и это было фантастически, потому что публика очень внимательная, очень доброжелательная. Ну, в общем, так сказать, привет вам от них, а я от вас передам, ну, потому что это был прекрасный опыт. Это очень приятно, когда можно с людьми именно таким способом познакомиться и пообщаться. Вообще, совместное созидание. Алло, Дим, ты где? Алло. Музыкантов и зрителей. Это прекрасно. Сейчас мы доберем, да, всех наших дорогих друзей. Что еще можно рассказать? Вот он появился, он умеет ходить, проходить сквозь стены. Вообще у меня 4, нет, 6 рук. Просто вы это сегодня увидите. Итак, Дмитрий Рубин, рояль. Дорогие друзья, ну что, путешествие, поехали. Начинаем. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Продолжаем путешествовать с нашим музыкальным чемоданчиком. Я вам расскажу, какие страны посетим. Ну что же, у нас с вами, нам предстоит побывать в Америке, в Израиле, в Тибете. И я бы сказала Россия, но мы как-то вспоминаем про деревню лет 100 назад, поэтому Русь. Thank you.
Ой, батюшка небогатая невеличка, купила мне батюшка новые черевички. Черевички скрипят, а ребята глядят, да и хаю вам, ребята, да на пересаду. Да шамали черевички подписаны сзаду. Ай, душ, пай, душ, наварила баба груш, сама села, попоела, деду юшки дала. Деду юшки попила, бабки грюшку набила. Иха, иха, ой, кум, кумира, ты повел куму виноград, даешь куму виноград, я душе твоей рад. Ох, лед трящит, да вода блящит, а то кума, так кумыщи пока тащит. Убей гупца, не боюсь отца, боюсь мужа дурака, надколоть бока. Рассыпся горох на 12 дорог, да на бурики, на зорики, на черный я лег. Их, а и дали дуляго, видим, да, 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 да,
Hello. Hey.
Спасибо, дорогие друзья, до новых встреч. Спасибо.